Ассаламу алейкум, друзья! Приветствую вас на моем канале. Как вы знаете, дней 5 назад я объявил конкурс. Ну, маленький конкурс на баночку меда. На этот конкурс откликнулись у нас как села, так и города, так и люди за пределы Чеченской Республики, то есть Ростов и Франция. Вот. Поэтому сейчас оглашу весь список. У нас проголосовали Автуры, Аргун, Грозный, Курчалой, Урус-Мартан, Ойсхар, Ростов, Кошкелды, Франция, Найбер, Верхняя и Нижняя. И Мелчихи. Мелчихи у нас последний, ну, Мелчихи у нас был один голос. Я не знаю, сегодня они дружно сгруппировались, и они вышли в лидеры. То есть в лидерах у нас был Ойсхар, сейчас у нас в лидерах Мелчихи. Вот. Поэтому, если сегодня до 10 часов, скажем так, вечера, до 10 часов вечера, то есть до 22, Мелчихи в голоса никто не обгонит, то завтра, иншаллах, если ничего такого там не будет, если Аллах мне даст, я поеду в Мелчихи, поеду туда, выберу незаметное, аккуратное место, положу туда баночку меда и сделаю видео этого места и округи, короче. Соответственно, на видео вы узнаете те, которые с Мелчихи, вы узнаете это место, и кто первым доедет, добежит или дойдет до этого места, получит вот эту баночку, ну, возьмет себе. Вот. Поэтому для того, чтобы вот посмотреть, не пропустить это видео, посмотреть первым это видео, надо подписаться на канал, нажать подписаться, рядом есть еще там колокольчик. Нажать на этот колокольчик и выбрать пункт «Все». То есть, когда я загружу видео или выйду на прямой эфир, у вас высветится, вам придет уведомление о новом видео на моем канале. И вы можете сразу зайти туда, посмотреть и посмотреть первым. Вот. Если, ну, это в жизни, первый раз в жизни я делаю этот конкурс. Это тоже благодаря моему брату Умару. Он меня вот аккуратно идею скинул. Разыграй баночку своего меда, короче, своей пасеки. Я прислушался к его совету и делаю этот маленький конкурс. Если, ну, в будущем у меня есть вот в планах провести еще маленькие конкурсы с ценными призами даже, да? Ну, все зависит от вас, от вашей активности на моем канале. Пишите комментарии, предлагайте свои идеи, то, что у меня есть силы, и то, что будет интересно, я выберу и аккуратно постараемся сделать маленький конкурс. И это как бы традиционно возьмем, будем часто, если даже не сильно часто, но будем проводить конкурсы с ценными призами. Поэтому будьте начеку. Вот, сейчас у нас по времени уже 16 часов, число у нас 15 декабря, 16 часов вечера. Вот. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, ждите новых видео. Я чуть позже выйду даже на прямой эфир. Может, прямо после этого записи, после этой записи выйду. Ну, посмотрим. Так что, друзья, смотрите нас, пишите комментарии, ставьте лайки и не пропускайте видео. Желаю всем добра, всем удачи, берегите себя, берегите родных. Аллаху акбар.